Это уже не игра, это реальная жизнь. Я влюбилась в него. То есть ты настолько доверяешь женщине, которая тебе фиктивный брак на бумаге? Когда я возвращался с тобой в Антакию, мое сердце было полно ненависти. Я не знаю, любит ли тебя твоя жена. Ты пришла к концу пути, Айша. Если бы я могла тебе объяснить все, насколько я беспомощная. Если бы я могла положить голову на твое плечо, а ты дал мне силу и взял меня за руку. Если тебе понравилось, забудь подписаться.